Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питомника Мари Мистик. Сегодня 28 августа 2021 года. И у нас в Ленобласти шикарная погода. Уже более 20 градусов. И меня попросили родители Ирисочки сделать видео индивидуально с Ирисочкой, чтобы можно было его смотреть, наблюдать за малышом до приезда малышки в новый дом. Я для этого Ирисочку вынесла на улицу. Во-первых, для того, чтобы давайте рассмотрим ее окрас при солнечном освещении. Снимаю на GoPro, видео будет загружаться долго, но зато мы сможем с вами рассмотреть Ирисочку. Родители придумали имя, и теперь ее зовут не Ирисочка. Новое имя я напишу в заголовке к этому видео, потому что я его просто, извините, пока не запомнила. Но меня попросили называть Ириску новым именем, которое в переводе означает «дар Бога». Но буду пытаться запоминать. Так, я думаю, что сегодня сухо и тепло. Мама Вика рядом. И я попытаюсь Ириску отпустить вот здесь на травку. У нас сегодня очень тепло и печет солнце. Вика, не мешайся. Скажи, не поняла я, говорит, куда меня принесли. Ага, Аришка. Аришка, не поняла она. Не поняла она своего счастья. Скажи, не привыкшие мы еще к улице, мы маленькие совсем еще и риски. Да? Что ругаемся, бегут. Скандальные. Ну, цвет натуральный ирисковый. Натуральный, скажи, ирисковый цвет у нас. Так. Братва, ну-ка. Ой, нет. С вами так нельзя. Вы у меня так ребенка затискаете. Ну, вот такой у нас малыш. Сколько нам сегодня? 28-е. Она рождена 18-го. Ну вот она вся такая в ладошке у меня. Значит, нам сегодня месяц и 10 дней. Да, солнышко светит в глаза. Ириска этому как-то не очень рада. А зато рады все остальные наши ребята, потому что мы очень любим, когда тепло и солнце. Да. Так, Ириска, как бы тебя показать? Такую крохотушку. Ну, вот такой вот у нас козыребеночек. Маленький, сладенький. Носик у нас коричневый. Лапочки очень даже такие толстенькие для такой малышки. Весит Ириска мало. Солнце ей не нравится, но я не знаю, куда тогда камеру. Это ее мама Викуся на память, да, скажи. Маргошка тут. Маргошка у нас внучка Викуси. Да, ты ж моя холосая. Ты ж моя милочка. Милая. Так, попробуем сейчас найти какой-нибудь такой тенечек, чтобы камеру можно было навести на Ириску, чтобы она не щурилась. И чтобы при этом солнце не светило в камеру. Но было видно ириску. Попробуем тут на крылечке. Кто тут яблочки собирает, а? Бандосы. Господи, господи. Какие дружные охранники у нас. Вперед меня опять тут на крылечко. Так, давайте попробуем, чтобы ириска не щурилась у нас. Тихо, ребята. На фоне орешков. Вот, скажи, мои глазки открыли. Да, солнышко, скажи, не светит, но глазки открыли и смотрим. И тем мы засыпаем. Вы только вроде проснуты. Ой, Ириска в детстве. Это копия Масика нашего. Можно посмотреть. Фото у меня есть. Ну вот один в один наш Масик в этом возрасте. Вот просто клон. Поэтому, если интересно, какой вырастет Ириска, можно просто посмотреть на взрослого Масика. Да. Вот такая вот принцесска. Скажи, что вы делаете? Зачем вы сюда меня вынесли? А в темноте мы вот так смотримся. по окрасу, я имею в виду. Я сказала, зачем вы меня сюда принесли? И что вы со мной, скажи, задумали сделать? Не засыпай. Мы, скажи, маленькие, мы кушаем и спим, кушаем и спим. Ну, вот такая попсенка. Попсенка. Ну-ка, я тебя поставлю. Я тебя держу, держу, держу. Не упадешь, не бойся. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Хвостик маленький. Сама маленькая. Сердечко бьется. Говорит, что вы со мной делаете? Хомячок. Хомячок на ножках. Чего рвете-то? Она и так боится. Вот такая вот ирисочка у нас. Красотосечка. Малюсечка, красотосечка. Понесу я ирисочку домой. Не нравится ей тут на улице, но я хотела показать, какой у нее окрас красивый на солнышке. Не прощаемся надолго. Увидимся в новых видео. Оставайтесь с нами. Здоровья вам и вашим питомцам. Хорошей всем погодки. Вилли передает привет своей маме. Милка, красотулька, Фимочка, Аришка, Маргошка. Ой, ой, скажи, мы рады солнышку, мы рады хорошей погоде. Да, Вика нервничает, говорит, зачем моего ребенка вынесли? Зачем, говорит, моего ребенка вынесли? Князюшка. Кардинальчик завтра от нас уезжает в новый день. О, Зося, как всегда, у нас разговоры разговаривает. А зачем ты ругаешься? Зачем ты на него ругаешься? Не парься ты. Зося, Зося, еще и меня кусает. Милка, ты красотка. Ой, Ирисочка домой с вами пойдет. Да, да, Ирисочка домой пойдет. Князя, когда тебя рассмотрят папочка и мамочка, такую красивую князю? Мама Вилли, Тесонька, Юлюшка, мама Милки. Это Милка, а это мама Милки. Ой, Вилли-то, Вилли-то Зоську нацеловывает. Ой, ой. Какой ласковый мальчик. Какая прелесть у нас сегодня на улице. Домой даже не хочется идти. Ну и риску надо относить домой. Поэтому я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До новых видео. Всем пока-пока. И хорошей всем погоды.